Всем привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я вам хочу рассказать про моего реферала, который работает со мной недавно. Это Людмила Симонова. И она написала про меня историю. Я была удивлена и мне было очень приятно. Давайте я вам ее прочитаю. Людмила Симонова, моя история. Меня зовут Людмила Симонова, мне 66 лет. Работала на государство и частника до 59 лет. Пришлось уйти с работы по болезни, хотя начальство уговаривали выйти на работу. Но я не могла, была очень больна и слаба. Не буду писать о своих болячках, это никому не интересно. Пенсию, как и всем в нашем государстве, дали маленькую, денег порой не хватает. Много уходит на лекарства, без которых мне уже не прожить. Пришлось даже поменять квартиру с хорошей трешки на однушку, чтобы не делать долги, плачу исправно. Так воспитана, видимо. Так как последние 17 лет работала на компьютере, мне все тут было знакомо, пока муж еще работал, купили эту вещь. Сначала играла в игрушки, смотрела новости, даже не знала, что в интернете люди что-то зарабатывают. Через год и муж ушел с работы по болезни, а на нашей пенсии уже было сложно прожить. Добрые люди в соцсетях подсказали, что тут еще можно делать. Да поначалу всем верила, пробовала все, что подсказывали. Прошло много дней моего старания в заработке через интернет. Было много всего и не перескажешь. Ну вот я набралась теперь опыта, стала разбираться в людях и в их предложениях. Чувствую уже, кто обмануть хочет, а кто говорит правду. Попала в проект «Всем миром». Вы знаете, как будто пришла в свой родной дом. А главное в проекте – это мой наставник Ирина Агапова. Я ее нашла через друзей и теперь работаю в ее команде. Это профессионал с большой буквы. Этот чудесный человечек все успевает, и семья у нее, маленький ребенок и наша огромная команда. Она работает уже 5 лет в нашем проекте. Здесь работают почти 1 000 000 людей со всего мира. Наша Ирина держит первые места в топ-лидерах проекта. Да, кстати, сейчас я прервусь и покажу вам топ. Если нажать участникам и в выпадающем окне нажать топ-10 фандрайзеров, сегодня у нас 29 июля 2018 год, и посмотрим. Самые эффективные фандрайзеры и лидеры текущего месяца — это июль, и это правда. У меня 11 благотворителей. Юлия Бирюкова работает со мной в команде с 2014 года. И Самсон Дада, тоже моя команда. Вот первые 3 места — это моя команда. У него 2 благотворителя, он пришел 2 недели назад. И Светлана Журавлева буквально за 10 дней пригласила уже 2 человек. И ее команда уже начала работать. Так, это было маленькое отступление. Читаем дальше. Я когда это увидела, сразу не раздумываясь вошла в проект к ней в команду. И теперь я счастлива под ее чутким руководством работать. 3 недели уже пролетели. Есть у меня и свои результаты. 20 человек зарегистрировались в команду. Теперь стараюсь продвигать наш проект. Хочется помочь как можно большему числу больных детей. Жду вас, приглашаю всех, кто желает работать с нами. Вот по этой ссылке можно попасть к нам. Смотрите, вот ссылочка, она будет под видео. Так что делитесь, ставьте лайки. Кто хочет под Людмилу Симонову, добро пожаловать. Вы также будете в моей команде, потому что Людмила Симонова — мой реферал первого уровня. Всем пока-пока. Будете с нами в команде, я также буду продвигать ваши ссылки и вас.